Троих человек спасли на пожаре в Муроме. Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме в пятницу, 22 апреля. К приезду пожарных подразделений из окна второго этажа наблюдались густые клубы дыма. Сотрудники МЧС сформировали три звена газодымозащитной службы для тушения пожара, спасения и эвакуации людей. Огнеборцы не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение на 15 квадратных метрах. В результате пожара пострадало имущество и внутренняя отделка. Эвакуировали 15 человек, из них 3 ребенка. Более того, от дыма и пламени было спасено двое взрослых и один ребенок. Им угрожала реальная опасность. Обошлось без пострадавших. Тушили пожар 6 единиц техники, 20 человек личного состава. Дознаватель МЧС устанавливает причину пожара.